Здравствуйте, уважаемые зрители! Канал «Крымские каникулы» рад нашей очередной встрече. Сегодня мы приглашаем вас совершить прогулку в одном из удивительных мест южного побережья Крыма, пожалуй, главной достопримечательности славного города Судака – Генуэзской крепости. Сразу скажем, это достаточно хорошо сохранившийся архитектурный памятник Средневековья, который, несмотря на свое название, имеет гораздо более древнюю историю. Этот факт был обнаружен учеными-археологами в результате кропотливых исследований и реставрационных работ. Выяснилось, что прибывшие на полуостров генуэзцы в XIV веке укрепляли уже существовавшие оборонительные стены Салдаи, то есть Судака. Внутри крепости были построены жилые дома, христианские храмы, часовни, а вот ремесленные мастерские располагались за пределами укрепленных стен. Нормы средневекового городского права не позволяли пожароопасным производствам находиться в городских кварталах. Они располагались на расстоянии примерно в 1 километр, и такие меры были приняты вовсе не просто так. Частые пожары в этих мастерских были обычным явлением, а средства и способы тушения весьма малоэффективными. Поэтому, если пожар начинался, то заканчивался он обычно сплошным пепелищем. Находки ученых позволили по праву назвать крепость уже не генуэзской, а судакской, отдавая тем самым дань памяти ее первым основателям, которые построили ее примерно в 212 году нашей эры, как утверждают древние письменные источники. Давайте вспомним, какая роль отводила средневековье любой крепости. Вопрос этот будет вовсе не случайным. Некоторые считают, что захватчики в те далекие времена могли не тратить свои силы на осаду укрепления, а просто захватить остальные земли, мол, долго за стенами все равно не протянут. Но дело в том, что строились крепости не только чтобы утвердить свое могущество и сделать неприступной для врага местность. Основное назначение было все-таки несколько иное. Любая крепость – это прежде всего база для войска. В ней обязательно должны были находиться источники воды, запасы продовольствия, оружия и, самое главное, за укрепленными стенами скрывались воины и гражданские люди, которые помогали солдатам в обороне и не только. Теперь представьте, строились такие крепости, как и эта, в стратегически важных местах, на возвышенностях, часто труднодоступных. На высоких башнях располагались дозорные, которые могли заблаговременно увидеть приближение врага и сообщить начальникам. Дальше все происходило по строго выверенным действиям. Население за пределами крепости оповещалось о наступлении врага. Запасы продовольствия и стада животных свозились и сгонялись в укрепленную крепость. А все, что не могли забрать – уничтожали, чтобы не досталось врагу. Перед нами макет крепости в том виде, в котором она сейчас находится. Во времена генуэзца внутреннее пространство было застроено самыми разными постройками.
Заходили в крепость мы вот отсюда. Как видите, средневековый мир не отличался какими-то изощренными способами военных действий. Прокси-методы были не то чтобы неизвестны, но они не носили масштабного характера. Только частные случаи. Неугодного могли отравить или иным способом лишить жизни в каком-то отдаленном месте под вымышленным предлогом и используя для этого третьих лиц. Но массовые сражения происходили открыто, с явной демонстрацией своих намерений. В атаку было принято ходить ровными рядами и на открытой местности. Так вот, не менее открыто врагу старались создать как можно больше трудноразрешимых проблем, прежде всего, лишить продовольствия и элементарного крова. Кстати, сейчас перед нами одна из емкостей для хранения воды внутри крепости. Она была построена генуэзцами в 1375 году. Наступающие войска не имели возможности все перечисленное тащить за собой. Следовательно, начинали плохо питаться и мало отдыхать. Такое наступление могло быть обречено на провал, поэтому скрывшиеся за укрепленными стенами люди предпочитали уничтожать то, что могло принести хоть какую пользу врагу. Они просто сжигали то, что не могли унести. И нужно сказать, тактика выжженной земли имела и смысл, и успех при любой обороне. Теперь рассмотрим, чем занимались воины, скрывшиеся за высокими оборонительными стенами крепости. При ее осаде все становится и так ясно. Они просто защищают крепость, что, кстати, было порой совсем непросто. А вот если захватчики не стали тратить свое время на ее покорение и решили заняться близлежащими территориями, тогда совсем другое дело. Гарнизон, расположенный в крепости, в этом случае начинал совершать вылазки в тыл врага, уничтожать его и пресекать любые возможности для снабжения всем необходимым, тем самым значительно ухудшая ситуацию для нападающих. Теперь поговорим об осаде. Эта военная операция являлась сложной и утомительной. В ней не было легких решений, разве что взять крепость изменой. Но таких случаев история знает совсем немного. Гораздо чаще приходилось неделями, месяцами и даже годами добиваться захвата. Например, крепость Кандия, расположенная на острове Крит, сопротивлялась османским захватчикам 21 год. Это случилось в 17 веке. Решение об осаде той или иной крепости всегда принималось захватчиком, исходя из множества фактов, которые так или иначе становились известны. Степень укрепленности, количество обороняющихся воинов, наличие у них запасов и многие другие данные были решающими в этом деле. Также нужно было учитывать собственные возможности. В общем, осада крепости – это всегда было событие довольно серьезное и затратное. Нередко оно становилось
кульминацией всей войны. Также нужно сказать, что крепости часто строились, как и в случае с данной Судакской, не в единственном количестве. Генуэзцы застроили ими почти все южное побережье Крыма. Сами посудите. В Балаклаве – Чимбала, в Алуште – Алустон, в Судаке – Эта, в Феодосии – Кафа. Друг от друга они располагались совсем недалеко, могли прийти на помощь. Впрочем, как мы знаем, это не спасло генуэзцев. Перед нами лапидарий. Так называется собрание особых образцов письменности, надписи на камне. В нашем случае здесь также присутствуют остатки каменных скульптур, различных строений, в общем, исторических памятников. Здесь есть генуэзские закладные плиты, греческие, армянские и мусульманские надгробные плиты. Население крепости было многонациональным, а также мельничные жернова, с помощью которых, кстати, перемалывали в муку не только пшеницу и другие зерна, но и прочие продукты растительного и животного происхождения. Такие каменные диски, нужно сказать, находят довольно часто при раскопках по всему миру, ведь жернова используются человеком с глубокой древности. Генуэзцы своими закладными плитами, на которых были надписи, отмечали практически все свои капитальные постройки. Армянские хачкары в основном это прямоугольные каменные стелы с изображением креста и высеченным текстом религиозного содержания. Как правило, они устанавливались таким образом, чтобы крест был обращен на запад. Также нужно отметить, что многие лапидарные памятники этой коллекции попали в руки археологов уже после вторичного использования в строительстве. Закладные, хачкары и даже надгробные плиты находили в обычной каменной кладке различных построек. Продолжим наш рассказ об осадах укрепленных крепостей. Порой захватчики пускались при проведении таких военных операций на изощренное коварство. Так войска золотоордынского хана Джанибека в XIV веке, желая завладеть крепостью Кафы Феодосии, стали забрасывать осажденных трупами своих воинов, умерших под стенами крепости от чумы. Для этого они использовали катапульты. Однако генуэзцам удалось не допустить захвата крепости. Они уничтожили осадные катапульты и 15 тысяч воинов хана, но не смогли предотвратить эпидемию чумы. Мало того, отплывшие из Кафы на корабле генуэзцы занесли чуму в Европу, что послужило началу там второй в истории пандемии чумы, которая известна нам под названием «Атроморс», что переводится с латинского как «Черный мор» или «Черная смерть». Итак, осада была не всегда выигрышная и всегда трудная кампания для захватчиков.
Вот на таких крутых обрывистых склонах построены стены крепости со стороны моря. Нужно сказать, генуэзцы в период своего пребывания на Крымском полуострове активно занимались обустройством инфраструктуры. Появившись здесь вместе с венецианцами во второй половине 13 века, они сразу принялись конкурировать между собой, что способствовало развитию обустройства территорий. Привлекли их сюда более чем выгодные условия торговли со странами Дальнего Востока и Средней Азии. Сами посудите. Большая Монгольская империя предлагала купцам заплатить всего 3% пошлину и, ничем не рискуя, пересекать континент от Черного моря к Желтому. Поэтому все южное побережье Крыма стало привлекательным для основания там торговых факторий. Такие опытные купцы и мореходы, как генуэзцы и венецианцы, североитальянские соседи и вместе с тем постоянные и непримиримые конкуренты, сразу поняли все выгоды этой торговли и немало способствовали процветанию и известности Крыма. Около 1260 года Генуя обосновалась в Кафе, это Феодосия, а Венеция чуть позже в Салдае, то есть Судаке. Они находились всего 50 километрах друг от друга. Кстати, известный венецианский купец Марко Поло Старший, это дядя знаменитого путешественника, имел даже свой дом в Салдае. Ну а мы тем временем входим в консульский замок. Он служил оборонительным сооружением верхнего яруса крепости и одновременно был резиденцией консула, то есть правителя. Состоит замок из трех башен, одна из них жилая и внутреннего дворика. Башни соединены между собой крепостными стенами, и все это сооружение приспособлено для самостоятельной обороны. Жилая башня имеет 3 этажа и 4 уровня, с подвалом, где хранили запасы продовольствия, воды и, конечно, оружие. К сожалению, в день нашего посещения нам не удалось попасть внутрь башни, в которой расположен музей, поэтому окунуться в ее средневековую архитектуру получилось только снаружи. Интересным является тот факт, что по закону консул не имел права выходить за пределы крепости. Также не имел права заниматься чем-либо, кроме исполнения своей основной обязанности. То есть ни друзей в городе, ни принадлежащей ему собственности у него категорически не могло быть. И такой строгий закон преследовал лишь одну цель – чтобы консул не использовал свое положение в корыстных целях. Избирался он на эту высокую должность из знатных людей города Генуи и сроком всего на 1 год. Однако, в последние годы генуэзского величия, когда турки уже значительно досаждали им, этот закон перестал соблюдаться. И последний консул еще генуэзской крепости Христофоро ди Негро, который стал известен своей храбростью и неподкупной честностью, был на службе значительно дольше. А затем... Затем есть несколько версий о его кончине. По одной из них он, когда стало понятно, что крепость не удержать, закрылся вместе с другими защитниками в храме, и турки, ворвавшись в крепость, подожгли храм вместе с людьми. Другая версия утверждает, что крепость сдали без боя, а консул просто сбежал, используя для этого тайный ход с южной стороны склона, который вел прямо к морю, где стоял корабль для побега. В пользу версии о том, что крепость была сдана без боя, склоняются некоторые археологи, которым не удалось в ходе раскопок обнаружить ни следов пожара, ни иных свидетельств отчаянной битвы. История с храмом и многочисленными человеческими костями рядом объясняется ими просто – там был некрополь. А вот насчет последнего консула, точнее его судьбы, им удалось обнаружить кое-что существенно важное.
В кладке стены турецкого времени, что, кстати, как раз напротив храма Девы Марии, археологи обнаружили кусок генуэзского надгробия, на котором был хорошо заметен фрагмент слова «консул» и имя «Христофорус». То есть этот камень мог быть частью надгробной плиты Христофора Динегра. А если так, получается, что последний консул не погиб в пожаре и не трусливо сбежал, но умер, возможно, даже с почетом. Ведь плиту позволили поставить уже при турках, в самой крепости. Как бы там ни было, очень хочется верить, что в то далекое время законы чести были выше страха смерти. Мы находимся перед входом в так называемую Георгиевскую башню. Это название, можно сказать, современное и появилось благодаря ученому, историку и археологу Александру Ивановичу Полканову. Впервые он осмотрел эту башню в 1896 году и в плохо сохранившемся рельефном медальоне обнаружил изображение всадника, которого другие исследователи сравнили с святым Георгием. Отсюда появилось название. И нужно заметить, что сам Полканов с ним не склонен был соглашаться. Эта башня имеет три яруса, несколько бойниц. Причем одна из них расположена с угла. Первый ярус служил часовней. К востоку от нее был обнаружен некрополь. Умершие погребены там в плитовых саркофагах, по христианским обрядам, что говорит о их принадлежности к религии, в которой проводились богослужения в часовне. Рядом с башней также были обнаружены сохранившиеся фундаменты различных построек, что дает основание предполагать о большом скоплении жителей в этом месте. Вероятно, именно здесь когда-то селилась городская знать. Вообще, эта башня появилась несколько раньше консульского замка и являлась доминирующей среди верхнего оборонительного пояса. Консульский замок несколько понизил ее роль. А это дозорная башня. Название на этот раз изначально и говорит само за себя. Там был самый защищенный, труднодоступный наблюдательный пункт, который, к тому же, был создан и для самостоятельной обороны. Также можно с уверенностью говорить, что генуэзцы предназначили ей и роль маяка. В данное время башня находится в полуразрушенном состоянии. Но благодаря описанию Александра Петровича Сумарокова, его работы мы часто упоминаем на наших прогулках, можно представить, как она выглядела в XVIII веке. Послушайте, что он сообщает. «Башня пребывает неповрежденную. В ней два окна и две арки из белого камня, которые, будучи укреплены при их пересечении одним пропущенным сквозь их камнем, составляют висящий неимоверного искусства свод». Честно говоря, современному человеку, вероятно, даже сложно представить такое. В этой башне тоже имелось помещение для хранения запасов продовольствия и воды, а также часовня. На ее восточной стене находятся остатки фресковой композиции, в которой изначально подразумевали изображение Христа. С дозорной башней связано несколько легенд, о которых мы сегодня говорить не будем. Однако заметим, что благодаря им еще эту башню называют девичьей. Мы дошли до угловой башни крепости. От нее сохранились только нижние слои каменной кладки.
Ее основное предназначение сводилось к контролю ворот, которые вели в портовые предместья, а также она объединяла внешнюю линию обороны и оборонную линию порта. А это церковь 12 апостолов и башня Фредерика Астагвера. Они расположены на небольшой скале между горами Крепостной и Полвани-Оба, западнее от угловой башни. Собственно, на этом наша прогулка сегодня и завершается. Если она вам понравилась, ставьте палец вверх и подписывайтесь. Канал «Крымские каникулы» желает вам крепкого здоровья и хорошего настроения. До следующих встреч!